Не общались с ним. Я нарисовала эту работу. Вот меня в общем поразила ваша идея. Это по Омской области храмы везде возводить. Это вот возрождение вот нашей религии. Это чтобы. Нашей истории. Чтобы части истории. Нашей культуры, прежде да. всего. И вот я нарисовала тут поляну, где-то вот в далеком местности сельской. Вот возвели такой храм. А величество там. Освящение. Да. На российскую природу, на российскую землю. Да. На Омскую. На Омскую. Да. Ну вот тогда это вообще чуждо этого. Как это так? Вот. И мы зимой было ставили крест, митрополит был, еще там, наверное, 20 человек. А мрачная была такая погода. Вот небо все было затянуто, солнце не видно было совершенно. И вот как крест поднимать стали и вот, опускать его в яму. Вот как какая-то сила облака эти разрывает, и свет, полоса света на этот крест падает. Вот его поставили, все, и небо снося. Наверное, что-то есть. Значит, что-то есть. С художником. Но ведь он тоже это увидел. Да. Это же вот ему никто не говорил. Не говорил, значит, это в его воображении родилось. А я видел это. Я просто был свидетелем, как это родилось. То есть он сам это. Какое-то одинокое деревцо на склоне горы, одинокое растущее деревцо. Такой свет в сознании творчества детей. Они все потеряны еще. Ну, да, дай Бог нам только сохранить их. Вот наш автор маленький, наш одновременно фотограф. Вот это его. Твои, да? А это у брата, да, это у брата. Созвездие цветов. Созвездие цветов. А твоя вот она, лесовичок. Посмотрите, с какими глазами лесовичок у нас. А что молчит-то необычно? Руслан, ты что молчишь про свою работу? Скажи что-нибудь про свою работу. Как она тебе рождалась в тебе? Я рисовала дедом. Получилось, что я рисовала глаза, рот, нос и получился лесовик. Ну ты размышлял, да? Вот, конечно. Или мысль двигалась сначала за... У него сначала был рисунок, нарисованный от руки, и мы сначала попробовали отсканировать, да, с таким лукошком у тебя был лесовичок. Вот. Но потом пришли к выводу, что вот лесовичок должен немножко быть мягче, добрее, да, и все-таки компьютерный вариант у нас такой добрее, с круглыми такими глазами удивленными. Вот так вот, необычно. Ну, а наш мир смотрит, да. Удивлённо, что же это вы такие, да? Да, я вот такой добрый, а что же вы делаете? Да, никто не даже... Разрывает вот да, эту чёрствую душу. Мрачную чёрствую ткань, да? Да. Да? Да. И... По всему будет немножко добрее. И свет. И свет, то есть падает, оттуда луч света и вот выходит отсюда. Сам воображаю, что плывут, ветер, паруса надувает, уходишь как бы с ними в какой-то другой мир. Отходишь от этих берегов черных, черстных, идешь в свободное. Это лодка у берега называется. У нас такая опять же вот трехмерные миры, ландшафты, но вот такая деревянная лодочка покачивается на волнах и готова принять каких-то пассажиров, куда-то увезти. Вот такие. Опять же, с похожей водой, то есть ничего не происходит. Это твоя? Это Ильи, да, это Ильи. У тебя желания не было сесть в эту лодку и куда-то еще поплыть, что-то увидеть? Я думаю, что нет. Потому что
потому что я вот эту картину нарисовала, не нарисовала, вот как сказать. Это была это просто первая проба в 3D-моделировании. Mm-hmm. Это вот так просто случайно получилось. Не было ни идеи, ничего. Это вот так получилось просто. А что-то, видимо, так. Идея тут подойдет человек, который смотрит. Он сам додумает. Куда-то выйти в какое-то вот новое измерение. Выйти из этого. За рамки, потому что... Увидеть что-то. Это же работа получается. Подсказывает собственное воображение. Чудеса. Новогодняя ветка. Вот такая. Новогодняя тематика. А вы ее увезете выставку, или она у нас побудет? А вы как хотите? Она побудет у нас здесь, мы на второй этаж ее. На втором этаже месячное поле поддержит, потому что здесь мало вообще много, по четвертому этажу у нас меньше поле. На втором этаже будет. Но презентация прошла в галерее. Да. Ваша игра. Ну пусть посмотрят. То есть это тоже не только работа? Понимаете, это как рельеф чистый, не загрязненный, не замутненный, да. Но с совершенно чистой да. Кристальной водой. Вот он идет из глубины души ребенка. Это еще идет как бы от Бога все, да. Чистоты. Дай Бог, я еще раз Божий повторяю, Бог, чтобы вот это сохранить все, не разрушить вот этот мир, а дать возможность его... расширение, реализовывать себя. Вот это должно быть составляющей компьютерной программы нашей, освоение компьютерной программы. Потому что есть компьютер, а наполнение, да, вот, как говорится. Да, да. Ну, у них вот, методика. Если будешь сюжет делать, вот это об этом надо вот лучше. Уроки изобразительного искусства. Это, да. Вот в школе чем надо заниматься. Воспитывать. Эстетическое чувство. Неважно, абсолютно. Не надо. Вот мы вчера были, открывали центр художественной гимнастики, там через него пройдут тысячи девочек маленьких. Вот звезды будут одна-две. Пройдут тысячи. Но эти тысячи, вот, они пройдут такую школу с детства, которая воспитает в них и волю, и физические данные, и формирование музыки, ритма, коррекция фигуры. То есть это другой совершенно человек. Обязательно звезда вся. Поэтому это важно. Да, наверняка вот здесь нечего говорить, прорыв будет, но когда вот тысячи ребятишек, пусть это будет творчество не такое глубокое даже, но по крайней мере вызвать желание у ребенка к этому. Пусть оно будет какие-то не такие глубокие, философские, не таким художественным содержанием наполнены, но если будет ребенок все-таки стараться, вот, и даже на уровне наивного творчества, это уже будет тоже хорошо. Конечно, то есть это будет давать и основу компьютерной. Делают же выставки, детские выставки наивного творчества. Это даром не проходит. Это не проходит, их тоже так же смотрят люди, трогают. Вы знаете, вот что я тренирую. Я-то не знаю, что я поддерживаю, но спасибо большое. Чисто молодец, а вам? Да. Я вам желаю. Это студии. Это от студии. Ну, вы, то, что вам понравилось. Спасибо большое. А я вот как выпускник этой школы, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы вносите свое участие за то, что мы создаем эти картины. Как дизайнер первого курса факультета искусств Томского педагогического университета. И как любой другой творческий человек, меня очень затрагивает та идея, что это останется в истории нашего города. Именно это направление, именно эти люди, вы и мы, это единственное, что может сделать из людей важных личностей. И насколько я отношусь к истории, это
дай Бог каждому. То есть я вот прочитал вашу книгу об этом, и о городе Омске я действительно очень много знаю. Я хотел бы, чтобы она у меня сохранилась у меня в руках, и прошу автограф у вас. Будьте добры. Да, вы не можете не растрогать. На самом деле. Давайте сфотографируемся, а буквально. Хорошо, так, мой. Еще раз. Москву вывезем, да? Успехов вам желаю. Тебе особенно. Ну а у тебя еще все. Твори. Спасибо вам большое. Спасибо. Успехов вам. Спасибо вам за. Вот это то, что вы делаете, это созвучно с темой прорыва. Абсолютно. Это прорыв большой. Спасибо. Особенно для сознания детей, молодежи, учителей. Вы еще не представляете истинных размеров того значения, что вы делаете. Я думаю, что придет признание людей и общества, и все это воплотится в творчестве ваших учеников. Успехов вам желаю. Спасибо. Спасибо.